Утром в Тбилиси полицейские разогнали акцию протеста против режима Михаила Саакашвили у здания общественного телевидения. А несколькими часами ранее спецназ атаковал штаб-квартиру оппозиции. Люди в форме ворвались в офис и устроили там настоящий погром. Пострадали 12 человек, их жестоко избивали дубинками. Десятки оппозиционеров задержаны, об этом сообщила лидер радикал-демократов Нино Бурджанадзе, участником акции в Тбилиси перед зданием общественного телевидения. Выступления оппозиции в Грузии начались накануне в одном только Батуми. Митинговали около 2000 человек с требованием отставки Саакашвили. Полиция попыталась разогнать демонстрантов. Известно, что есть задержанные и раненые. Однако отступать оппозиционеры не намерены. Сотни людей были арестованы сегодня. Была избита даже беременная женщина, которая старалась защитить своего мужа, нашего активиста из молодежного движения Бесо Данелия, который пытался прийти к нам на митинг. Но они нас не напугают. Люди придут, метро сейчас, наверное, уже работает, но люди идут пешком. Сегодня оппозиционеры готовят новые выступления. Нино Бурджанадзе призвала всех сторонников в Тбилиси прийти к зданию общественного телевидения, чтобы, по ее словам, начать решающий этап борьбы в ответ на действия властей в Батуми. Ожидается, что соберутся сотни тысяч человек.